Ребята, девчата, хочу пожелать вам в этом году крепкого здоровья, поменьше травм, успеха в ваших начинаниях и не только начинаниях. Главное – здоровье. Дорогие наши друзья, мы вместе будем встречать будущий год. Мы хотим вас от нашего клуба поздравить дружной командой, поэтому желаем в этом году вам быть настоящими тиграми, как сказал один мудрый человек, и не превращаться в киску. Желаем вам счастья, здоровья и больше побед. А эти победы можно ковать у нас. Пусть в новом году, 2022, все самые заветные ваши желания исполнятся, а самые недосягаемые цели будут вашими победами. Парни, вы знаете, кого я имею в виду. Желаю вам всем бороться, боксировать, любить. А еще главное оставаться порядочными людьми, жить так, чтобы нравиться самим себе. Удачи! Прежде всего, хочу присоединиться ко всему вышесказанному. Также хочу пожелать в новом году спортивного благополучия. Это очень важно. Хочу пожелать надежных и верных людей рядом и всегда достигать своих целей, никогда не останавливаться на полпути. Это очень важно. Желаю в новом году крепкого здоровья, спортивного интереса и достижения всех поставленных целей. В новом году хочу пожелать, чтобы не болели, сильно били, занимались спортом. Вот. Главное здоровья и больше побед. С наступающим и Новым годом. Да, ссылка в описании, по промокоду SLT скидка. Хочу пожелать в новом 2022 году больше спорта, здоровья, меньше травм и больше тренировок. С Новым годом 2022. В наступающем 2022 году я хотел бы вам пожелать всем здоровья, быть смелыми и упорными, а также достигать поставленных целей. Братья по оружию, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов во всем, что бы вы ни делали, и чтобы исполнялись ваши желания. Всех благ! Хочу поздравить всех с наступающим 2022 годом, особенно своих коллег, своих учеников, всех друзей. Будьте здоровы, берегите в себе человека. Вот. Старайтесь держать внутри себя только позитив. Дорогие друзья, спортсмены, родители, близкие, отцы, матери, деды, тренера, поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю вам всего самого наилучшего, много что кто пожелал, успехов, счастья, здоровья, любви, добра, благополучия, успехов, осуществления заветных целей, это заготовленная фраза. Искренне вам желаю найти то, что вы любите или кого любите, да, и заниматься этим или быть с этим человеком, да, искренне, полноценно и творить и получать все самое лучшее из этого процесса. Любите и будьте любимыми в 2022 году. Ну что, друзья, много уже было чего сказано, от себя хочется добавить, что Новый год – это, наверное, все-таки семейный праздник, так что постарайтесь в этот день, в эту ночь собрать самых близких друзей, родных возле себя. Если это не получается сделать, у нас технологии позволяют, звоните, скайпы, вайберы, общайтесь, потому что есть что сказать, много чего не сказано, недосказано. Постарайтесь все эти вопросы порешать именно в новогоднюю ночь, чтобы с чистым сердцем, с чистыми мыслями зайти в 2022 год. Для спортсменов ставьте для себя большие цели, задачи, держите руки выше, не пропускайте, идите к поставленным целям. Всем остальным здоровья и всего-всего.